Друзья, снова рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу вам рассказать о патчах для глаз с золотом от корейского бренда Secret K. Патчи называются Gold Premium First Ear Patch. На коробке есть информация на английском языке. Написана инструкция по применению. Также указано количество, это 60 патчей. А производитель нам заявляет, что патчи с золотом увлажняют, питают кожу, делают ее более упругой, эластичной, гладкой, нежной, оживляют тусклую и уставшую кожу. В отдельном пакетике идет мембрана защитная и ложечка для извлечения. Указан срок годности патчи, в данном случае это 5 сентября 2018 года. Итак, вот она, дополнительная мембрана защитная. Она припаяна к крышке. После снятия этой мембраны ощущается очень приятный косметический аромат. Вот она, мембранка. Ну, таким образом она защищает патчи от пересыхания и попадания внутрь коробочки, например, пыли. Ложечка для извлечения стандартная. Патчи представляют собой гидрогелевые пластинки с нанесенным на них составом эссенцией. По мере подсыхания патчи уменьшаются в размере, как бы скукоживаются. Кстати, с патчами лучше не ходить, потому что они, вот смотрите, норовят сползти. Поэтому нацепили патчи и прилегли, немножко полежали. Для борьбы с мешками, отечностью, патчи лучше хранить в холодильнике, они в прохладном виде очень эффективно справляются с отечностью, особенно в утренние часы. Патчи очень хорошо подойдут тем, кто посещает солярий. То есть вышли из кабинки солярия, нанесли патчи, посидели там, подождали минут 15, сняли и пошли по своим делам. Быстро, эффективно и предотвращают сухость, вызванную солярием. Очень хорошо тонизируют кожу. Но с темными кругами не справляются, увы. На мимические морщинки в перспективе также не оказывают никакого воздействия. Только кратковременный эффект, вызванный увлажнением и напитанностью кожи. К сожалению, если ваша кожа век склонна к аллергии, то эти патчи могут вызывать покраснение и зуд. И еще, если у вас обнаружилась аллергия кожи век, то попробуйте использовать эти патчи для области носогубных складок, для увлажнения кожи и небольшого уменьшения заломов. Ну, вроде все, что хотела рассказать об этих патчах. А если у вас есть какие-то дополнения, либо если вы с чем-то не согласны, с удовольствием выслушаю ваши комментарии. А я желаю оставаться всем красивыми и прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока!